Подписывать документы можно тремя видами электронных подписей – директора компании и ИП, полномочного представителя или подписью физического лица совместно с машиночитаемой доверенностью. С 1 сентября электронные подписи представителя компании нельзя будет получить. Постепенно они уйдут в прошлое. В САБе переход на новые правила будет безболезненным. В этом ролике мы расскажем, как выдать сотруднику машиночитаемую доверенность. Оформите доверенность самостоятельно за пару кликов в разделе «Доверенности». Просто укажите, какие документы сотрудник сможет подписывать за директора или ИП. САБе сам зарегистрирует доверенность во всех госорганах. Готово! Теперь подписывать документы можно из любой точки мира и с любого устройства. При подписании САБе сам подтянет всю информацию по МЧД, укажет ее на штампе и прикрепит доверенность к документу. САБе автоматически оформит доверенность на сотрудника при приеме. Просто настройте полномочия для должности. За сроками следить не придется. САБе продлит МЧД автоматически. А при увольнении сотрудника отзовет. МЧД, созданное в других системах, вы легко загрузите в САБе. А если у вас много доверенностей, просто настройте интеграцию по API, и они будут попадать в САБе автоматически. Вы можете вести учет всех доверенностей в САБе, бумажных в том числе. Чтобы переход на новые правила прошел безболезненно, представителям организации мы перевыпустим подпись на физическое лицо удаленно, по биометрии или с помощью действующей КЭП. Останется только оформить МЧД. Также в нашем удостоверяющем центре вы можете получить любую подпись быстро и без хлопот. САБе. Ловим законы на лету и помогаем вам работать без лишних проблем.